Библиотека «Кочевник». Луганская областная универсальная научная библиотека имени Горького в очередной раз переезжает. Сейчас она находится в Старобельске по адресу квартал Орджоникидзе 1А, а уже к концу сентября откроет свои двери в здании 32А по улице Базарная. Из-за событий 2014-го областная универсальная научная библиотека имени Горького прекратила свою работу в Луганске. Тогда ее директору удалось вывести оттуда уставные документы и часть личных дел сотрудников. Свою работу библиотека возобновила в ноябре 2015-го на новом месте в городе Старобельск. Ходили по всяким квартирам, где-то были на одном филиале библиотечном в Старобельском, где-то на втором. Наконец-то вот здесь, я надеюсь, что мы будем здесь длительное время. Коллектив очень креативный, очень много чего хочет делать, того, чего не делается в традиционных библиотеках. Сейчас коллектив библиотеки состоит из 15 человек. Здесь трудятся и старожилы луганчане, и присоединившиеся к ним местные жители Старобельского района. Работаю я недавно, месяц всего лишь. Вот, до этого я работала в детско-юношеской библиотеке, которая вот на Орджоникидзе находится. А когда уже увидела областную, да, сразу захотела к ним прийти. Попал я в библиотеку не так давно, буквально летом этим. Вот, и работаю, я занимаюсь SMM, это развитие бренда в соцсетях. Коллектив мне нравится очень. Добрый, вообще все молодцы. Электронную базу научных изданий удалось спасти, и библиотечный фонд продолжает пополняться новой литературой. Уже на сегодняшний день он составляет около 3000 экземпляров уникальных книг. Есть такая идея открыть у нас код-клаб, где собирают подростков и учат программировать. Научить подростка использовать компьютер для развития, а не для игры. В конце сентября состоится торжественное открытие обновленной библиотеки по адресу Старобельск, улица Базарная, 32А. Елена Зверхановская, Юрий Ромасюк, Подія.